На ферме в Германии нашли римскую статую. Один из фермеров, проживающих на земле Гессен в Германии, получит 773 тысячи евро. Чем же он заслужил подобную награду? Тем, что на его участке откопали удивительную находку, часть скульптуры времен Римской империи. Ферма мужчины расположена в Лимбурге. Территорией заинтересовались местные археологи, решившие произвести на ней раскопки. Результатом стала находка бронзовой статуи, которая представляла собой лошадиную голову. Эта часть обнаружена еще в 2009 году. После исследований ученым удалось установить, что принадлежит она к веку до нашей эры. Согласно законодательству Германии, собственник земли может получить половину стоимости найденного артефакта. Власти приняли решение выплатить фермеру около 50 тысяч евро, однако суд обязал произвести оценку. Эксперт выдал заключение, фрагмент стоит 1,6 миллиона евро, соответственно, мужчина должен получить около 800 тысяч. Но правительство еще может оспорить решение. Большая голова достаточно хорошо сохранилась. Также были найдены мелкие частицы и фрагменты обуви. Сама же статуя была покрыта позолотой. Вероятно, скульптуру выбросили после одного из сражений. А как вы считаете, мужчина достоин вознаграждения? Спросите о своих друзей, сделайте репост.